Коллеги, рядом со мной Оксана Починок, компания Retail Practical Management. Здравствуйте. Здравствуйте. У вас закончилась сессия, и мы тут же сцапали в свои руки вас к нам на интервью. Спасибо большое, что пришли. Спасибо вам, что пригласили. Давайте, наверное, о сессии, о темах, которые поднимались. Достоверная управленческая отчетность сегодня разбиралась на моей сессии. Я рассказала, что, собственно говоря, есть эта управленческая отчетность, почему она так важна как инструмент в управлении предприятием и как, собственно говоря, руководителю сделать для того, чтобы эта картинка была ясной, четкой и помогала ему принимать правильные стратегические решения. Может быть, как тезисно какой-то главный посыл, потому что не всем посчастливилось быть на вашей сессии, но вдруг мы сможем их научить чему-то хорошему через интернет. На самом деле универсальных решений нет в этой сфере, потому что управленческая отчетность, она собирается для предприятия абсолютно добровольно, это не является каким-то законодательным инструментом, поэтому каждое предприятие решает для себя самостоятельно, и, конечно же, нужно адаптировать эту отчетность под свои цели, под свои задачи, и, повторюсь, использовать как инструмент эффективного управления руководителем и в том числе воздействия на своих подчиненных и достижения целей предприятия. Да, и я надеюсь, что микроклимат, отчетность всегда будут идти рука об руку, и никакие документы не станут между людьми. Скажите, может быть, ваши какие-то пожелания всем участникам рынка в наше время? Хотелось бы пожелать, конечно же, стабильности. Безусловно, быть заточенными на рост, потому что даже в самые сложные времена компания должна искать возможность расти и осваивать новые направления, новые рынки. Оксана, расскажите, пожалуйста, немного о компании. Я представляю компанию Retail Practical Management. Мы команда экспертов, которые работали в сетевых проектах достаточно продолжительное время, некоторые несколько десятков лет. И мы хотели бы сейчас поделиться своими навыками, своими знаниями с предпринимателями и руководителями. Соответственно, консультируем, обучаем персонал и проводим анализ сетевых проектов на предмет повышения их эффективности. Извините, дополню. Также наша компания является организатором выставки «Категорийный менеджмент в белые ночи», которая пройдет 21-22 июня в Санкт-Петербурге, куда мы вас все приглашаем. Спасибо большое.